Доброго времени суток, дорогие детишки. Кажется, я нашел, куда идти. Я надеюсь, по крайней мере. Потому что иначе я вообще не знаю. Типа, на крышу пропрыгал, нашел дабл дэмэдж, трололо и плюс окно. Почти стихи. Практически, да. Уп, чё тут, я вообще не знаю. Хотя хрен, похоже, не знаю я, куда идти. Чё-то мне не нравится это. А может, и знаю. Дырка. Оп. Видимо, все-таки все правильно. Оп. Иди нахер. Клоуны, блин. О, да, мне явно туда идти. Зашибись. А нахера тогда золотой ключик все-таки? Вот бы узнать. Окей, окей. Видимо, чтобы уйти. Потом. Подозреваю. Тихо, тихо. Так, следующий. Да. И чё? На Ильича чем-то похож. Который показывает, где есть пятизвездочный коньяк. Как это водится. Что столько молотов-то мне дают-то? Куда же мне их девать-то потом? А, ну да. Собственно, вот и оно. Дерево. Самое охеренное оружие в игре. Эй, как взять-то его, ёпта? Запрыгнуть не хочешь, нет? Ёпта. Но, чё за херня? Ещё и так можно, ну ей. Или мне опустить его как-то надо с помощью кнопочки. Окей. Попробуем. Что у нас наверху? А, ну да. Очевидно. А может и не очевидно, хер его знает. Ну, тут, видимо, второй рычаг. А чё ты такой живучий, парниша? А, фак. Пошел нахер. Блин, хер раз одного удара. Так, тут вообще ничего нет, окей. А, я понял. Ну, я почти был прав. This can't be good. Это точно. Shield me from harm. Чисто Бэтмен скачет. Нифига там. Ну и в общем, вот кто ответственен за косяк с монастырем в результате. Ну а, собственно, само это оружие коса, как можно наглядно заметить. Соль которой в том, что она охеренна. Главным образом тем, что к ней не нужны патроны. И она сносит все довольно быстро, насколько я помню. Что ты хочешь от меня? Я уже все это видел. Да, спасибо. Ну, видать, кто-то выжил, судя по тому, что... Хотя, может, да какая разница? Так, а что мне дает-то, собственно? Куда мне идти дальше, ёпта? Блин, плохо, что в журнал так и невозможно посмотреть, опять же. Ну и еще цимис в том, что всех боссов нужно убивать исключительно косой. Поскольку они все немножко упыри, то как бы только, ну и возможно хайлендеры. Поэтому только усекновением головы можно и лишить их, соответственно, всего. Всего чего. Так, а сюда, наверное, золотой ключик. Точно.
Эй-эй! А, кстати, таймер-то надо включать-то все-таки, наверное. Кстати, можно, наверное, и сохранить. Тихо. Тихо-тихо. Прикольно. А, они еще и сдохли. Если по ним побегать. Ге-ге. Ни хера не вижу. Всепоглощающее черное пятно. Так, окей. Тут, видимо, должно быть... А, фак. Получше видно. Так, я слышу... Ну, давай, речи. Я слышу дабл дэмэдж где-то. Ну, привет, пацаны. Ну, вот сейчас мы на вас косу-то и испытаем. Так, подожди. Где она там? Еп. Не. Да, фак. Где она там? Иди сюда, она. А чё это вы тут стоите? Дальше скрипт не позволяет? Оп, и бошку, кстати, можно тоже отрубить. Довольно прикольно. Так, главное, чтобы... Без скелетов. Ах ты, сука. Ну, в принципе, да, с одного выстрела в башку. Можно снести обычную собаку. Что довольно благотворно сказывается на, естественно... Количество патронов оставшихся. Привет. До свидания. Так, это не аптечка или часом? Аптечка часом. Отлично, отлично. Так, ну я подозреваю, что скоро уже должен быть первый босс наконец-то. Ну и опять же... Блин. Тихо будь. Опять же, следующие эпизоды... все-таки с одного выстрела можно даже большую собаку снести. Какая прелесть. С одного выстрела, с одного удара, ёпта. Блин, ты запрыгнешь, паскуда? Ща. Блин, ты козлина. Вот так, да. Так-то лучше. Ну, спасибо, конечно, журнал энтри и все такое. Знать бы еще, как туда внутрь посмотреть. Да, так вот, короче, эпизоды далее будут все-таки гораздо более короткие. Что не может не радовать. По факту, ну, я не знаю, видимо, так получилось то, что бюджет у них неожиданно закончился, когда игру делали, да? Да, подлинно мне это неизвестно. Но факт в том, что первый эпизод в результате получается, как, по сути, где-то 50% игры. Ну да, где-то так. Потому что остальные гораздо-гораздо короче. Why are you doing this, Lisbeth? So, you know who I am? Do you think that will help you? You are soon to draw your last breath. Да что ты говоришь? Дура, блин. Тут было сложно не догадаться, кто ты такая. Я вообще так-то, по уму, если... Ну ладно. Ну, прыгать вот так совсем не обязательно, конечно. Фак. И падать вниз тоже, сука, не обязательно, блин. Я здесь, кажется, был уже, да? Или нет? Или был? Или не был? А вот и дабл дэмэдж. Ну, видимо, я здесь все-таки не был. Окей. А, рычаг. Я вижу рычаг. Бэк. Шикарно. Шикарно. А, ну зашибись, еще и дверь за мной закрыли, да, охеренно. Значит, обратной дороги нет. Догадался Штирлиц. Ага. Пошли вы нахер. Быстрее, блин, падла. Закрывайся теперь. Закрывайся теперь, сука. Бля. Блин, сука, еще и вручную закрывать. Так, интересно.
Ау. Откуда у скелета столько кровища? Ом-ном-ном, бляха. Единственное, блин, конечно, минус в том, что когда, ну, приходится, естественно, в ближнем бою херачить. И через это, когда бьют по лицу, ну, все могут прекрасно заметить, что происходит, когда бьют по лицу. То есть, типа, шалтай-болтай, и нихера не понятно. Это единственный, собственно, минус. Ну, впрочем, скелеты они такие. Блин, эта дверь, видите ли, автоматически закрылась, а та хер, блин. Ну вот козлы, блин. Так бы я этих двух скелетов туда вообще не пустил. Бегом, твою мать. И бегом обратно. Вот так вот. Так, четыре скелета, не дохера ли вас? Блядь. Какого хера? Пошел нахер. Да блин, какого... Иди в жопу. Так, а что, скелеты после этого... Блин, слышишь, козел? Вы задолбали вообще? Че это за... Может, они после этого не встают? Я же говорил, аптечки пригодятся. А хотя похер, у меня их 20 штук. Нет, встают, ты смотри. Это факт. Интересно. Интересно, они встают, ну, после любого? А нет, похоже, не после любого. А, отлично, ну вот, совсем хорошо тогда. Потому что, блин, ядрить, колотить. По 100 маны ждать каждый раз, ну, в жопу нафиг. Охереть теперь. И что делать, в трубу, что ли, нырять? О, какая прелесть. Действительно, в трубу нырять. Что это за херня? Какой-то спел? Это фак... Так, во-первых, я ничего не вижу. У меня сплошное желтое пятно перед глазами сейчас. Что бы это значило? Ай, фак, я еще и захлебываюсь. Ну, зашибись теперь. Спыла, естественно, нет никакого, чтобы... Ну, отлично, да, вообще. Что бы это, блин, значило-то, ёпта? Что я взял только что? А, тут еще один проход. Охереть теперь. Привет, пацаны. Чё, как? А, вот так даже, да? Но... Джеронимо! Там какая-то дырка секретная. Внизу. А нужна ли она мне? Ай, ну и нахер. Какая неожиданность. А, так, это подозревает, что это тоже... Порлайдабит! Подозревает, что это тоже закрыто. Окей. Еще один. Пошел нахер. Ближе подходите, бандерлоги. Не хочешь? Ну-ка, хочешь. Хочешь, не хочешь, давай уже кахош. О, привет. Че скажешь? Какая-то дверь... Вот так вот. И откуда же взялись такие красивые? Э? Все закрыто кругом. Кстати, скелет куда-то пропал. Или вы хотите сказать, что теперь наверху открыто что-то? Нет? Хер. Окей. Что хотите тогда от меня? А, о. Зашибись. Привет, аптечка. А, ну и сейчас полезут уроды, насколько я помню. Что хочешь? Тихо, бой. Тихо. Спокойно. Все спокойно.
Да. А. Расчлененка, такая расчлененка, блин, прикольная тема, короче. Поэтому с косой бегать значительно веселее. А на низких уровнях сложности, как то изи, например. Окей. Еще и основательно проседает чувство суспенсу, потому что патроны-то не кончаются. Хотя их так, в принципе, достаточно, но... Ну, учитывая, что еще целиться не надо, там перезаряжаться в гуще боя, так сказать, или как это назвать по-русски-то. Ну, откройте мне какую-нибудь дверь. Поэтому, как бы, очко жим-жим гораздо реже и меньше. И не с таким напором килоджоулей. Ты падла. Кстати, насколько я помню, ай, не рекомендуется заходить, да сука, где-то там, в эти решетки, когда они открыты, ввиду того, что можно застрять. Насколько я помню, могу сейчас ошибаться, но, по-моему, я такую ошибку сделал один раз, и мне пришлось перезагружаться весело и непринужденно. Сколько вас там еще, падлы? Ну, как видим, в такой ситуации с огнестрелом было бы гораздо сложнее. Потому что надо было бы, короче, мудохаться основательно. Да сколько вас там в натуре? Или мне надо все-таки в одну из решеток пройти? Да, видимо, я все-таки тогда ошибаюсь. Пошел в жопу. Да пошел ты нахер. Открой ты дверь. Да открой ты дверь-то. Ха-ха. Спать. А, ну да, все-таки мне надо было туда пройти. Значит, я ошибался. Ну ладно. Бывает в жизни огорчение. Сколько у меня аптечек осталось? 16. Зашибись. Зашибись. Сейф. Эй! Ну, я и говорю, коса, зашибись. Коса тема вообще. Лучшее оружие, опять же, в игре. Что не можешь не радовать. Своим наличием. У меня. Эй! Так, все-таки босс, наверное, да, уже? Единственное, последнего босса, насколько я помню, косой нельзя убить. А может, можно? Но тяжело. Что-то такое. Ну, не факт, что по ходу этого прохождения я дойду вообще до... Да куда еще дальше-то, ёпта? Фак. А, так я здесь был уже. Зашибись вообще. Не факт, что по ходу этого продолжения я вообще дойду до последнего босса. Потому что, в принципе, я изначально не рассчитывал, ну, игру проходить полностью. Так, туда ли я иду? А, мне надо найти сначала... рычаг. Потому что игра, во-первых, длинновата, а во-вторых, ну, 3D-шутер не тот. Не совсем тот материал, который мне нужен для канала, поэтому... Ну, я еще подумаю, на самом деле. Не факт, что я буду проходить, но всякое может быть. Тихо. Блин, какого хера? Пошел в жопу. Так, а где рычаг-то? Я тут, по-моему, кругами бегаю. Опять. Ну да, я определенно кругами бегаю. Да какого хера ты мне переключаешь, долбанный пистолет-то? Я не понял вообще сейчас. А, потому что косу надо держать, видите ли, двумя руками, а чтобы скастовать магию, типа... Ну, одну он использует, руку. Зашибись теперь.
Ты сдохнуть ты не хочешь? Блять. Что такой живучий дохера? Тихо будь. Вот так вот. Лох. Следующий! Сейчас тебе, блин. По всей морде. Саспенс? Че, вставать не будешь больше? Ну ладно, как хочешь. Так, а идти-то куда? Я все еще пока не вполне понимаю. Все-таки... Блин, вот вы, короче... Это как в караоке примерно. Да я все слова, это моя любимая песня, я все слова знаю. Фак, куда идти? Зашибись вообще, просто. Просто я в темноту иду, блин, я нихера не вижу. Вот я вот здесь немножко вижу. Так, ну тут закрыто, да, рычага я что-то не вижу нихера. Ну то есть мне явно туда, а вот где рычаг? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Никаких проходов нет, нет? Где я? Где я вообще нахожусь? Идея! Идея нахожусь! Нахере теперь? Суки. Родное сердце, у тебя нету верхнего половины тела. Как ты по мне кидаешься? Чем? Так, кольцевая опять. Окей. Блин, да шо ж... Фашиш, машиш. Ну, фак. Сейчас опять какие-то уроды понавылезают. Я не понимаю. Блин. Опять. Вот я ничего сейчас не вижу вообще абсолютно. Да ёп. Да ты вообще охерел, говна поел прям. Прям скажем. Помнится, первый раз, когда я играл, в этом месте я здорово пересрал в свое время. Ну, это было, правда, лет много-много лет назад. Я пытался делать это без косы, потому что не понимал всей прелести оружия ближнего боя. Равно как я не понимаю прелести этой, сука, локации, потому что где, сука, блин, долбанный рычаг? Так, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений, она же секция для комментов внизу. До новых встреч в эфире, граждане.